Всем привет! Давно не снимал видео про дом, просто тут надо выбирать, либо строить, либо снимать ролики. Некогда было реально. Первый этаж у дома уже завели. Вот. Это выход окон во двор. Это будет окна зала. Эта стена, окошко сделано, где будет лестничный проем. Тоже во двор. Высота 32 кирпича, внутри будет высота 3 метра первого этажа, это вот дверь, будет вход отсюда, потом окошечко на двери, чтобы в тамбуре тоже было, в прихожей было светло, это окошечко в ванной и туалете будет, вот внутри это окно в кухне, тоже одно окно. Сделали центральную перегородку. Сейчас подготовка идет. Вот вяжем арматуру. Подготовка идет к заливке армопояса. Оставили проем для вентиляции на кухне и под коаксиальную трубу для газового котла настенного. Рисунок у кирпича выбрали. Вот желтый смешан с белым. А каемки у дверей желтым кирпичом. Это такой зал получится большой. А на втором этаже будет 3 спальни. И также будет типа ванны и туалета. Ну, наверное, все-таки туалет. Вот. Сейчас зальем армопояс. Ну, завтра, наверное, зальем. Завтра выставим опалку под него, свяжем хорошенько его. И где-то 4-5 дней будет стоять. И дальше будет проводить кладку. Кладку делали каменщики. 8 человек ребят работало. 4 каменщика, 4 подсобника. Стены положили очень быстро. Начали в понедельник. А сегодня вторник. Вот, за неделю с небольшим положили. Сделали всю кладку. Также на перегородку между кухней и ванной планируем сделать кирпичную, потом залить фундамент. Сделали выпуски. При кладке между рядами клали кладочную сетку. Здесь тоже вот на перегородку сделали выпуски. Потом будем связывать ее, чтобы крепче стены были. Вот такая картинка сейчас. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал. По возможности будет время, буду выкладывать ролики. Все, всем пока.